Портал fb.ru расскажет, как с помощью бабушкиного способа удалить волоски на теле. Несколько рецептов. Возгли, депиляции и бритье волос могут доставлять много хлопот, а также часто приводят к проблеме вросших волос, воспалению и многим другим неприятностям. Однако, иногда бывает так, что нужно нежно и деликатно избавиться от нежелательных волос на лице или подмышками. Но не стоит слишком сильно беспокоиться по этому поводу. Вот некоторые натуральные методы, которые можно использовать, чтобы навсегда избавиться от нежелательных волос на лице и теле. Навсегда. Удаление их происходит качественно и практически безболезненно, а кожа остается гладкой, нежной и мягкой. Сахар и лимон. Можно удалить волосы, используя метод шугаринга. Он намного лучше, чем воск, так как помогает быстро удалить нежелательные волоски. Но при этом все проходит максимально безболезненно. Для приготовления смеси нужно смешать 1 столовую ложку сахара с 2 столовыми ложками лимонного сока, чтобы получилась достаточно густая паста. Нанести ее на область подмышек и оставить на несколько минут. Затем промыть. Проводить процедуры нужно 2 раза в неделю, пока волосы под мышками не уменьшатся. Можно также на основе сахара приготовить теплую смесь. Для этого нужно взять 5 столовых ложек сахара, влить 50 мл воды и добавить 1 столовую ложку лимонного сока. Прогревать на огне до тех пор, пока сахар не растворится и смесь не станет золотистой. Охладить, нанести на область подмышек, оставить на пару минут, а затем снять против роста волос. Яйцо и кукурузная мука. Смешать 1/2 столовой ложки кукурузной муки с 1 яйцом и приготовить на основе этих компонентов пасту. Нанести ее на область подмышек, оставить на 5-10 минут, а затем хорошо промыть и просушить. Для получения результата нужно использовать смесь несколько раз. Молоко и порошок куркумы. Смешать 2 столовые ложки молока с 1 столовой ложкой куркумы и приготовить пастообразную смесь. Нанести ее на область подмышек и оставить на 5-10 минут. Затем хорошо промыть область подмышек теплой водой. А как вы обычно удаляете нежелательные волоски на теле? Давайте обсудим в комментариях. Видео подготовлено порталом fb.ru. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.